Всем большой привет, друзья! Сегодня мы в суперсовременном кинотеатре IMAX Laser. И не просто так, сегодня мы должны получить большой экран, чтобы увидеть большую кинопремьеру. Сегодня мы вновь прикоснемся к волшебному миру Джоан Роулинг и увидим спин-офф франшизы «Гарри Поттер». Мы узнаем, что случилось за 70 лет до тех событий, которые мы с вами уже смотрели. Итак, сегодня «Фантастические твари и где они обитают». Кинокайф по этой ленте начинается... Так, зал вроде бы похож на наш, неплохо, но что-то вот с размерами экрана мне не нравится. Мне кажется, фантастические твари, должен быть фантастически большой экран. Размериус! Гораздо лучше, по-моему. Всем привет! Как ты попал сюда? Что тебе нужно? Зашел на сайт, ответил на вопросы и выиграл. Ну, не первый раз уже. Да ты профессионал? Конечно. Скажи, вот людям, которые тоже мечтают оказаться на спецпоказе Европа Плюс, но ни разу еще не получалось, что нужно для этого? Ну, почаще на сайт заходить, во-первых. Ну и что-то знать о кино, наверное. Ты магл? Что? Что? Да. Маша, ты готовилась к просмотру «Фантастических тварей» и где они обитают? Честно говоря, нет. Ты вообще ничего не делала? Нет, я знаю, что это спин-офф Гарри Поттера, и, в принципе, наверное, этого достаточно. Сегодня мы смотрим «Фантастических тварей». Есть какое-то фантастическое предчувствие, что сегодня ты узнаешь больше о волшебном мире Джоан Роулинг? Обязательно. Ну, я читал что-то вообще, ну, дополнительно, и поэтому... Ну, вообще книги читал, поэтому уверен, что что-то новенькое узнаю. Потому что они расходятся немножко в этих сценариях. Тебе будет не хватать Гарри Поттера в сегодняшней части? Я думаю, да. Особенно его шрамика. Я готов тебе заменить Гарри Поттера. Окей. Но не надо делать шрамик мне. Чего ты ждешь, Маша, от сегодняшней премьеры? Я жду нечто нереально крутого, волшебного. Вот я жду, что магия выйдет из экрана на меня, и я почувствую, что я могу колдовать, что я не простой магл, я волшебник. Маша, ты не магл. Все уже случилось, магия вышла. Я здесь. Ура. Сейчас смотрите, чудесное преображение. Друзья, привет! Помаширюс! Хе-хе-хей! Без паники. Абсолютно не о чем волноваться. Ребята, сейчас главное прийти в чувство, главное собраться. Мы посмотрели «Фантастических тварей». Мне лично очень понравилось, очень. Но мне крайне интересно, что думают по поводу этого фильма слушатели, которые оказались на этом спецпоказе Европа Плюс. Давайте узнаем. Свеженького зрителя «Фантастических тварей» поймали. Это Костя. Костя, как тебе фильм? Потрясающий фильм. Ну, даже... Я не могу сказать, что я такой большой поклонник вот всей этой Поттерианы. Ну, мне от силы только первые три фильма нравятся, потому что они действительно на такую сказку похожи. Но вот «Фантастические твари» — это действительно отличный фильм. Он мне даже напомнил как раз-таки вот первые три фильма про Гарри Поттера. Я люблю Гарри Поттера, мне нравится все. Я должен пойти в кино на «Фантастических тварей»? Ну, вообще, да. Так или иначе, сходить стоит на фильм. Хочу, чтобы здесь появился человек, который действительно любит Гарри Поттера. О, привет! Ты выглядишь очень убедительно. И мне надо, чтобы ты сказала вот ребятам, которые сейчас смотрят нас, надо идти на «Фантастических тварей». Или можно вообще никуда не ходить и не тратить на это время? Мне кажется, надо на них идти, если вам нравится магия. И «Фантастические твари». Надо идти на этот фильм или нет? Обязательно. Почему? Если вы хотите сказку, волшебную сказку, самую прекрасную, самую фантастическую, самую необычную, даже если вы не смотрели «Гарри Поттера», это совершенно другая история, которая расскажет вам о удивительных тварях, которые перенесут вас в волшебство. И, может быть, вот эта вот палочка вам достанется. Или микрофон, и Европа Плюс. Друзья,
Это был Кинокайф Европа Плюс. И сейчас наша прекрасная Мила переместит нас в следующий. Увидимся в кино. Играйте на сайте europaplus.ru. Выигрывайте приглашение на новые спецпоказы. Пока! Больше хитов, больше мод.